Abteilung. Umlauf und geht zum den Berg. Слева, слева, бери. Осторожно. Второй отдел заминирует несущие конструкции. Спасибо, директор завода помог. Спасибо! Майор, мне б семью эвакуировать. Какой эвакуировать? Вчера последний эшелон ушел. Как ушел? У меня жена, дети. Уходите отсюда! Сейчас не сорванет! Уходите! Я здесь. Ну, наконец-то. Мы не справляемся одни. Русские сейчас взорвут завод. Снимите немедленно с постов минеров. Будет выполнено. Давай вперед. Уходите отсюда, завод заминирован. Знаю! Уходите! Быстрее! Шульц! Да. Зачищайте левый фланг. Завод будет наш в течение получаса. Есть. А этими займусь я. Убит! Почти все убиты! По таким обстрелам Кобякину! Положит всех майоров! Это приказ театров! Наша задача взорвать завод! Не сдать врагу! Любой ценой! Этот завод двойного назначения! Нужно делать детали! А нужно снаряды! Такие подарки немцу оставлять нельзя! Взрывай! Что, Фрица? Серьезно? Завод охранял батальон майора Карелина. Поступил приказ взрывать. Они его заминировали, но не смогли, не успели. Плохо. Очень плохо, Виктор Андреевич. Ты хоть понимаешь, что это за завод? Это же вся слесарка. Это патроны, мины, снаряды. Достаточно немцам поставить два своих станка и вновь запускай производство. Авиация пыталась нанести удар, но немцы успели прикрыть завод зенитными батареями и подтянули мессеры на ближайший аэродром. Так что небо там закрыто. Что будем делать, товарищ генерал? Что-что? Отдавать завод немцам нельзя. Давай, поднимай группу Павловского. Будем думать, как взрывать завод изнутри. Слушаюсь, товарищ генерал. Сообщите полковнику Граве. Окопы русских зачищены. Завод уже наш. Вперед, вперед, быстрее! Посмотри-ка, он еще живой. Встать! Шевелись, шевелись! Пошел! Вперед! Быстрее!
Третий день не сплю. Русские сопротивляются как черти. Чувствует, видно, что им по плану Барбаросса уготовано. Завод цел. Как вы хотели. Да, прекрасная операция, капитан Фольке. Да, да, конечно. Этот завод просто жемчужина. Мы сможем снабжать боеприпасами половину армии Юг. Осталось только установить новые станки. И заметьте, производственная линия и электростанция цела. Прелесть. Разумеется. Цезарь, ты что-то почуял? Осторожно, я что-то вижу. Здесь мина? Да, они положили мины везде. Подожди, я проверю. Русские не дураки. Они тоже это понимают. Я бы на их месте не смирился с потерей стратегического объекта. Они понимают. Правильно. И вот поэтому я перевел вас в батальон охраны завода. Я солдат, но никак не охранник. Вы немецкий солдат, Фольке. Вы служите Рейху, там, где Рейх вам прикажет. Берите все, что нужно. Саперов, кинологов, лучших бойцов. Формируйте роту охраны. Теперь это наша общая проблема. Господин полковник. Вот, нашли. Ты кто? Я директор завода. Он говорит, что директор этого завода. Похоже, он в шоке. Или контужен. Мне любопытно, как ему удалось выжить при его-то комплекции. Очень хорошо. Думаю, он нам может пригодиться. Будет сделано. Вперед. Вперед, я сказал. Отведите его в помещение. Что? Мне пора, мам. Да, сынок. Опять задание? Угу. Ты всегда перед уходом так смотришь. Как будто попрощаться хочешь навсегда. Ну что ты, мам? Вот, дедовская. Он верующий был. Пусть она тебя хранит. Мам, я же не крещеный. Это Георгий Победоносец, покровитель русских воинов. Пусть всегда с тобой будет, и мне на сердце спокойнее. Ну все, все. Пойду. Мне сказали, что вы лучшие из лучших. Надеюсь, что это так. Хотя на войне на слово верить никому нельзя. Кто это такой? Меня зовут Август Герхард Фольке, и у меня есть одно правило. Если ты со мной не согласен, докажи. Вы будете охранять этот завод как херувимы. Как херувимы врата Эдема. Выйдите вперед, солдат. Я слышал, вы большой специалист по рукопашному бою. Так точно. Ударьте меня. Простите. Ударьте. Ударьте меня. Это приказ. Я опасный человек. Мой приказ – закон. Итак, через 20 минут.
Я распределю вас по постам. Всем собраться у пропускного пункта. А вы идите немедленно в лазарет. Разойдись. Лынько, ты вот что делаешь? За крышку не берись, за низ держись. Сейчас двинется и поминай тебя, как звали. Саперы один раз ошибаются. Понял? Так точно, товарищ лейтенант. Так точно, товарищ лейтенант. Слышь, командир-то какой строгий у вас. Кто? Витька Красный. Он горно-обогатительный институт закончил. Сапер от Бога. Он тебе из дерьма такую взрывчатку сделает. Ратуй-хату называется. Разговорчики, сапёры. Понял. Вот и ходит важно, как цапля. А это у него профессиональное. А то наступит на мину, оторвет у него что-нибудь важное. Голову, что ли? А он жениться собирается. Лёня, хватит лес точить. Ты бы лучше за миной своей глядел. Ага. Немцы прут. Ага. Мне майор дал четкий приказ. К обеду минную полосу закончить. Шаг влево, шагом марш. Три шага вперед, шагом марш. Установить мину. Товарищ лейтенант, так мы почти закончили. Значит так, ребята. Вот данные аэрофотосъемки. Как вы видите, завод, зенитки. Видите, да? Угу. Заградительные линии и патрули. Ну, все ясно. Завод оцеплен. Так просто без боя туда не пробраться. Сюда бы батальон. Ты еще дивизию попроси сюда. Да, остается только диверсия. Но проблема в том, чтобы взорвать такую громадину, надо килограмм 200 взрывчатки. Угу. Батальон Карелина минировал завод. Взорвать не успели. Но наверняка, конечно, немцы его разминировали. Значит так, ребята. Высаживайтесь в районе города Волохово. А у нас там кто-нибудь есть? Нет, к сожалению, никого не успели оставить. Ни партизан, ни подполье, даже связных нет. Высаживайтесь в районе города Волохово. Специалистов-подрывников я вам дам. Остальное думайте. Иди, Сашок. Специалист. Даром, что не даром, что. Блин, у меня солдат подорвался. Когда? Только что. Нарушение правил безопасности. Я ничего не успел сделать. Ты виноват? Командир всегда виноват. Не углядел. Теперь штрафбат, наверное. Нет. И солдата потеряли не на фронте. Просто так, по собственной дурости. Это война. Подожди. Мне работу закончить надо. Подожди. Карбюратор течет. Может, все обойдется. Не обойдется. Это за мной. Арестуют, наверное. Ты меня только не забудь, слышишь? Глупенький, глупенький, глупенький. Я ж тебя люблю, я тебя ждать буду. Лейтенант Красных? Я. А вы, младший лейтенант Беляцкий? Так точно. Вам надлежит как можно скорее явиться в штаб 5-го управления Красной Армии. Машина ждет. Так точно. Солдат, бронь кем-то. Солдат, приведи его. Постой, солдат. Да, beweg dich. Хреново ты как, а? Ком. Ну что, Кирюков, пришли в себя? Да. Плохо. Чего уж? С вами хочет поговорить о безграве. Вы пойдете сейчас со мной. Сейчас. Пойдемте. Фольгин. За мной. Шнелло. Выгружайтесь, прибыли. Товарищ майор. Я понял, свободно.
Майор Павловский. Добро пожаловать. Лейтенант Виктор Красных. Младший лейтенант Елена Беляцкая. А в чем дело? Ух, какая вы быстрая. Не все сразу. Все-таки в разведку приехали. Скажите, Виктор, вас отзывается как о хорошем специалисте. Вы сапер? Вообще-то я инженер-взрывник. Прокладка горных шахт, туннелей. Но сейчас ротный саперной роты. Понятно. Ну, а вы, кроме того, что его невеста? Откуда вы знаете? Я все знаю. Некрасиво совать нос в чужую личную жизнь. Грубите старшему по званию. Специальность? Инженер-механик. Харьковский политех. Практика на Волоховицком электромеханическом заводе. Сами откуда? С Ковеля. А что? Ну, вот это как раз хорошо. Мы с Леной еще в институте познакомились. В Ковеле у нее мама живет. Я так понимаю, вас именно это интересует? В том числе и это. Пройдемте за мной. Есть. Директору... Интендант. Крюкову. От... Вас? От партийного руководства. От партийного руководства. Воды дайте. Я брал на фасе. Ах, со. Ist ihm schlecht? Ich sehe schon schlecht. Вам плохо? Мы видим, что вам плохо. Скоттиш рейтет. Nach Deutschland wird nicht mehr geliefert, leider. Шотландский раритет в Германию больше не поставляется. Цените это. Ich sehe ihre Gefühle ein. Die heldenmutige Rote Armee evakuierte Ingenieure, Maschinen, aber hat um die Familie Werkdirektors keine Sorgen gemacht. Хераба понимает ваши чувства. Эта доблестная Красная Армия эвакуировала с завода станки и инженеров. А вот семью Хера-директора эвакуировать Красная Армия не успела. Что вам от меня надо? Was wollen Sie von mir? Eine gute Frage. Правильный вопрос. Bald kommen neue Maschinen aus Deutschland. Wir haben vor, Ihr Werk für Reichsbedarf etwas umzubauen. Und Sie wissen hier alles. Скоро из Германии прибудут новые станки. Мы собираемся немножко переоборудовать ваш завод в целях Рейха. Вы ведь тут все знаете, верно? Я боюсь, мое здоровье не позволит. Кажется, я контужен. Er sagte, dass er weiß überhaupt nichts. Seine Gesundheit erlaubt ihm nicht. Und sieht so aus, dass er gequetscht ist. Hm. Dann verbessern Sie Ihre Gesundheit. Так поправьте ваше здоровье. Überlegen Sie, Herr Krukow. Sie haben eine große Familie. Sie wird schwer haben, ohne Ernährer zu überleben. Так подумайте, Herr Krukow. У вас очень большая семья. Ей будет тяжело пережить без кормильца. Umso mehr in einem Konzentrationslager. Тем более в концентрационном лагере. Ладно, я вам помогу. Der sagte, dass er hilft uns. Wie bitte? Говорите громче, Herr Krukow. Да. Я буду с вами сотрудничать. Наши успели эвакуировать большую часть станков с завода. Но начинка осталась. Немцы привезут свои станки. Это им не составит труда, потому что к заводу подведена железнодорожная ветка. А это вам? К чаю. Если станки повезут из Германии, то состав обязательно пройдет через Ковель. А грузовые поезда останавливаются там примерно на сутки. Точно останавливаются? Откуда вы знаете? Да я ж там родилась. У меня там мама живет.
Значит, там мы можем заложить взрывчатку. Верно. Мы можем десантироваться под Ковелем, а не в районе Волохова, как предложил Корнеев. Хорошо. Попробуем заложить взрывчатку в Ковеле и с составом добраться до завода. А вы знаете, я еще до войны в Ковеле был. Как там цветут вишни. Не до вишен сейчас вроде. Весь периметр оцеплен. Внутри тоже люди. Вся местность, как вы видите, простреливается. Зная вашу дотошность, полагаю, вы и в цехах поставили снайперов. Так оно и есть. Да, на крышах также сидят стрелки. Ну что ж, Фольке, прекрасно. Я могу вам это продемонстрировать. Однако. Но откуда они стреляли? Это не важно, господин Граве. Важно то, что теперь к заводу не подлетит ни муха и не пролезет ни один русский. Ну что ж, я доволен вами, но мне пора в комендатуру. Много дел. За мной. Как неожиданно все это. Во всяком случае, лучше, чем штрафбат. Думаешь, лучше? Операция безнадежная. Поляжем все. Не поляжем. Я о другом думаю. Неужто маму увижу? Как повезет. Ящик в кабине поставь. Сюда. Я прочитал их дело. Беляцкая по матери полька. А поляки нас сейчас не особо любят. Так что на своей территории она может повести себя как угодно. Зато она хорошо знает город и завод. Ну а если что, у нас на этот счет есть четкие инструкции. Все, давайте грузиться. Так точно. Где провода-то? А, за ней глаз да глаз нужен. Ну ничего, я за ней присмотрю. Ну ты дура. А где провода? Я говорил, провода метров 100. Там, у счета. Позвольте. Ничего, я сама. Ну что, ящики все погрузили? Давайте, товарищ офицер, загружайте. Ну как, вагон спальный? А? Поехали. Ну, пока. Что-то подозрительно тихо здесь и очень холодно. Это же Россия. Фрицы ходят, как хозяева. Думал, свободу принесут, а устроили тюрьму похлеще, чем при советах. Ой, ваша правда. Не разумим, как тебя на твоей праце от их рож не тошнит. Ну, я ж уборщица, в пол смотрю. А что нынче на станции нашей? Ой, столько оружия возят, ужас. Эшелоны, эшелоны, эшелоны. Оружие, оружие, оружие. Мне, конечно, химую, что жидов всякие списки заносят. Ходят по домам в тройке с автоматами и переписывают. Это еще ничего. Я слышала, их отселять будут. В гетто, как в Варшаве. Но как так можно к людям относиться? До войны одна напасть была русские. Теперь немцы пришли еще хуже. Ту! Гниды. Пшепраши. А как Ленка твоя? Слышно что-нибудь? Ты, какое там? Она ж за фронтом. Пенкна. Письма не доходят. Ну что это за маскировка, а? Ну кто так маскирует? Сапер называется. Мина так же закладываешь, тяп-ляп, а? Ты поучи меня еще. Вот и поучу. Так, хворосту побольше положи. Самый умный здесь, да? Я не умный. Я опытный.
Ну. Понял? Руки-то от меня убери. Ребята! Какой сердитый. Да успокойтесь вы. Я всегда спокоен. Что вы привязались друг к другу? Я с тобой еще поговорю. Чё? Михась, можно тебя на пару слов? А? Сейчас иду. Да, командир. Если будут конфликты в группе, то я буду расценивать это как провокацию с твоей стороны. Он первый начал. Молчать. Все ясно. Так точно. Но и этого щегла. Лена, можно вас? Да. Смотрите, мы находимся здесь. Ага. С какой стороны лучше к Ковелю подойти? Вдоль реки. А дальше по перелеску, вдоль дороги. Ага. Ну тогда выдвигаемся. Выдвигаемся. Я тут все окрестности знаю. Проведу так. Никто и не заметит. Давай, шевелись, сапер. Зараза, а? Миха, а? Не нарывайся на неприятности, а? Я не понял, чё? Ну, это же видно все. Шершеля фам, понравилась тебе Лена, вот ты и третируешь минеры. Да ничего подобного тебе показалось. Просто он гордый какой-то. Ему слова не скажи. А между прочим, мы одна группа. Надо соблюдать субординацию, в конце концов. Не, Мих, дело серьезное. Знаешь, как моряки говорят? Если баба на корабле, значит быть беде, понял? Слушай, москаль, вечно ты что-нибудь придумаешь, а? Тьфу. Ну вот, пришли. Пришли, кажись, командир. Что черт носит? Кто там? Мама, открой, это я, Лена. Что? Мамочка, открой. Это правда я, твоя дочка. Лена. Божечка. Зараз, зараз. Мама. Мамочка. Леночка. Мамочка, родная дочка моя, мамочка. Моя. Мамочка, эти люди, Матка. Они со мной, ты не бойся. Ой. Пустишь нас, да? Проходьте, проходьте. Здравствуйте. Проходьте, ага. Это небезопасно. Немцы. Мамочка, я ж думала, больше тебя никогда не увижу. Только никто не должен знать, что мы здесь. Не нравится мне все это. Для чего вы мою Доню в то втравили? Войны — то дело для мужиков. Нравится воевать, воюйте сами. Ну, мам. Ваша Лена очень хорошо знает завод. Она там практику проходила. Она знаете, какая у вас? Она вон с парашюта прыгала. Смелая какая. Так, правда. Ленка моя огонь. Ну, а ты чего сало не доедаешь, разведчик? Так, за милую душу. Большое вам спасибо от Красной Армии. А ты не от Красной Армии, а от себе. Большое спасибо, очень вкусное сало. Мамуль, помоги, а? Ну, это очень важно. Я тебе потом все объясню. Ленка. Ну ладно, говорите, чего надо. Очень хорошо, что вы на станции работаете. Нам нужно знать, когда прибывает на Ковельский узел состав со станками из Берлина. Я завтра в диспетчерскую убираюсь, потом у начальника вокзала.
Попробую узнать. Товарищ майор, только вам не надо часто выходить из дома. А то соседки наши могут что-нибудь заподозрить. Нас обеспечили местными паспортами. Мы рабочие за Стилуга. Помогаем делать ремонт в вашем доме. Ну да, это Бог. Ну что, можешь спать? А то тебе завтра рано вставать на работу. Ну давай. Мы с Витей у меня в комнате будем. Никаких Вить. Ляжешь в комнате, одна. А мужчинам я здесь постелю. Мам, мам, ну ты чего? Я сказала, ты меня знаешь. Зараз одеяло принесу. Пойдем. Я тебе дом покажу. Да. Суровая мадам. Будет почище наших пограничников. Вы заметили? Я маме понравился. Не то, что этот. Сапер. Мы заметили, что сало становится меньше. Че? Ну что, благословение просить, я так понимаю, пока бесполезно. Да? Вить, давай пока мы тут. Как будто мы действительно просто сослуживцы. Так, а это еще почему? Ну, во-первых, мы на задании. И видишь, вон, мама как реагирует. Ну и что, что мама реагирует? Это ты из-за разведчика этого, да? Целый день глазки тебе строят. Вить. Что, Вить? Думаешь, Вить, я не вижу? Ты что? Как это дылда белобрысый на тебя смотрит? Да как ты можешь? Ну, пан, как тебе там? Держи одеяло, тащи в столовую, там будешь спать. Ну, мама. Ну, чего ты хотела мне сказать? Мама. Мамуль, понимаешь, у Вити несчастный случай произошел на службе. Человек погиб, но это не по его вине. Мы должны помочь этим разведчикам. Я просто боюсь, что его могут... Так он тебе кто? Пожениться мы собирались. Ой, тут это Ваня. Помогу я тебе. Сказала, помогу, значит, помогу. Лен, а может, тебе спрятать? Ну, от этих русских. У Марфы схоронишься, пока они со своим поездом. Но ты Витю-то не будешь прятать. А я без него никуда не поеду. Не понравился он тебе? Не понравился. Смурной какой-то. Молчит все время, косится. Нет, я своего согласия на свадьбу не даю. Пока. Мамочка. Все будет хорошо. Все спокойно, солдат. Да. Geht er gerade auf zu der Treppe. Wie schätzen Sie den Zustand der Wetthalle? Как вы оцениваете состояние завода? Подстанция цела. Кабели не повреждены. Так что все будет работать. Sagte, das Werk steht am Plätze. Die Kraftstation ist in Ordnung. Der Kabel ist in Ordnung. Also, das heißt, wir alles funktionieren. Und könnte man das Werk auf die Militärproduktion umzuorientieren? Насколько возможно переоборудовать ваш завод исключительно в военных целях? Но он и создавался
с целью того, чтобы несложно было переоборудовать. Es wurde so aufgebaut, dass wir nicht so kompliziert. Wirklich? Na gut. Maschinen kommen im Laufe der Woche, Krugov. Ich hoffe, Sie werden hier alles beaufsichtigen. Очень скоро сюда прибудут новые немецкие станки. И вы обязаны будете заняться их подготовкой и подключением. Вы поняли? Придется. Wird gemacht. Nach Maschinen werden in kurzer Zeit auch Arbeiter aus Rumänien und Moldau hierher kommen. А вслед за этим прибудут рабочие из Молдавии и Румынии. Их инструктаж также на ваших плечах. Вы поняли? Na also. Ich weiß es, Herr Krugov, dass Sie mich nicht so gern... Herr Krugov, я знаю, что вы меня не любите, но поверьте мне. Und Ihre Schnauze weckt auch keine Begeisterung. Что я тоже очень не люблю вашу рожу. Und bei meinen Unterstellungen... Я привык, чтобы мои рабочие не имели кислых рож. Если вы будете хорошо работать, вы будете получать деньги и довольствие. Sagen Sie mal, wie viele Kinder haben Sie? Drei? Сколько детей вы имеете, ведь три? Да. Да. Stimmt das? Na ja. Я вам не помешаю, пан Игнатович? Ну, какой я вам пан? Мойте, мойте, конечно. Ева Бенедиктовна. Ага. Войдите, ага. Доброе утро, Игнат Ильич. Привет, Саныч. Я тут. Затеял журнал переписать. Вы не дадите мне расписание движения поездов на неделю? Зачем тебе на неделю? Ну как зачем? Помните, что на прошлой неделе это было? Состав из Луцка сломался, чинили, а расписания не было. Потом простой был. Ну да. Два дня на трех путях. И мне немецкий интендант за каждый час простоя по 100 седых волос добавил. Прости, Саныч, не могу. Как не можете? А так? Немцы все засекретили. Военная тайна. Наверное, важный груз перевозить будут. Теперь расписание сегодня на сегодня выдается. Так а мне-то чего делать? А я-то откуда знаю? Товарищ диспетчер. Ой, гер диспетчер. Но ты, конечно, можешь сходить к интенданту Гауфту и спросить. Засекреченное, долгосрочное расписание. Но я что-то сомневаюсь. А. Но есть и хорошая новость. Сегодня зарплату привезли. Завтра рассчитываться будут марками этими. Но если у тебя все, вопросов нет, бувай, Саныч. Дело действительно по горло. Как же без расписания-то? Ну вот и все, пан Игнатович. Спасибо. Чесота. Спасибо. Ну пойду, у меня еще диспетчерская. Спасибо. Ой. Ева Бенедиктовна. Держи. А, спасибо. Разбираешься? Да, что тут?
Я на все руки мастер. Тут дело нехитрое. Рабочий, что ли? Да нет, легенда у нас такая. Я ж в деревне вырос. А там все своими руками делал. А ты красивая. А ты дурак. Ты машинку просила починить. А я уже все сделал. Все? Ну, я там чаю попью. На, в шкаф положи. Идите до меня. Здесь нас не увидят. Расписание у немцев все засекречено. Оно точно есть в кабинете интенданта. А кабинет сильно хранится? Двоих охранников я видела. Они всегда там стоят. А можете туда попасть под видом уборки? У них свой персонал. Они чужих не пускают. Плохо. Мало времени. Надо вечером убрать кабинет. Угу. Спасибо вам, Ева Бенедиктовна. Да и не для вас. Я для дочки. Стараюсь. Передай это срочно. Так точно, товарищ генерал. Сразу же доложу. Да. Да, войдите. Разрешите, товарищ полковник. Заходи. Пришло донесение от нашего берлинского агента. Группа Павловского выходила на связь? Нет, товарищ подполковник. Тишина. Свободен. Есть. Schon wieder los. Ach, ich werde mich jetzt verbissen. Ich kann nicht mehr erdulden. Zögere doch nicht. Das tut gut, ja? Bald ist die Ablösung. Ja, vielleicht dann. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich habe so lange gewartet auf diesen Kicken. Also gut. Nun endlich mal. Ach, lach nicht über mich. Du hast gestern zu viel Bier getrunken. Komm schon, komm. Ja, ist so gut, ist so wunderbar. Jetzt bin ich bereit. Na, jetzt wird Jürgen kommen. Also, auf geht's. Verpissen wir uns hier. Леха. Откроешь кабинет ты. Времени будет мало. Действовать будешь быстро. Сымитируешь ограбление. Как же туда пройду? Там вон часовые. Это я возьму на себя. Да, сапер? А? Как скажешь, разведчик. Только смотрите, не переусердствуйте. Быстро уходите. Ага. Нам нельзя светиться. Все все поняли? Так точно. Все, вперед. Thank you.
Кто первый бьет, а? Я, наверное. А почему ты? Нам ей за что. За что? Чего ты к моей девушке лезешь? Я лезу. Лезешь? Я же вижу, как ты на нее смотришь, как кот на сметану. Мы с Ленкой 2 года встречаемся, пожениться собирались. Так что ты от нее подальше держись, понял? Да ладно. Че да ладно? Вот тебе и да ладно. Ну все, мартовские коты начали. Давай. Эй, руки, руки. Я руки сказал. Что происходит? Смотри-ка. Пьяные скоты. Вызывать наряд? Что нам делать? Не знаю. Мы же не можем просто смотреть. Да пусть забьют друг друга до смерти. Смотри, что творят эти животные. Дикие русские, чему удивляться? Что? Что? Тихо, патруль уходит. Охрана, задержать этих скотов. Бежим! Приказываю стоять, стоять, иначе откроем огонь. Уходим! Стоять! Аккуратисты, а? Каждая блоха у них подписана. Так, из Берлина. То, что надо. Давай сюда. А ты, сапер, неплохо дерешься. А что, хилый с виду? Тихо. Есть. Грузовой поезд из Берлина. Груз, танки для Волохова. Прибывают завтра. Отлично. Это не все. Ну, это тоже ничего. Все, пошли. Уходим. Так, из Берлина. То, что надо. Есть. Грузовой поезд из Берлина. Груз, танки для Волохова. Прибывают завтра. Отлично. Это не все. Ну, это тоже ничего. Thank you.
Das ist verstanden. Sag's genau in der Wird gemacht. Неужели больше никто ничего не слышал? Никто. Ситуация весьма странная. Патрульные говорят, что часовые вызвали их разобраться с пьяной дракой. Но дерущиеся убежали. А вскоре обнаружили, что в наш кабинет кто-то проникал. Что-нибудь пропало? Пропало. К сожалению, пропало. В этом сейфе хранились деньги. Жалование железнодорожных рабочих. А я все думал. Ну, про завод, как нам его взорвать? Как? Ну, проникнуть на него и взорвать, как еще? Не все так просто, такое количество взрывчатки. Одна шальная пуля, и нас развеет по ветру. И что ты предлагаешь? Мы же все равно поедем на поезде вместе со станками. Так. А в каждом станке, в его основании, есть технологические полости. Вот в них я и предлагаю заложить взрывчатку. Ай, голова! Нет, вы представляете? Взрывчатка в металлической оболочке. Мощность взрыва увеличивается в разы. А если они захотят проверить станки, а? Ну, они обязательно захотят проверить. Поэтому все взрыватели нужно будет подключать отдельно. Чтобы все рвануло в тот момент, когда нам будет нужно. Тогда при запуске тока... Это же гениально, Виктор. Это же троянский конь. Чё? Получается, немцы сами привезут к себе бомбу, сами установят ее и сами себя взорвут. Красиво. Хорошая идея. А? Но пока это все только хорошо звучит. Нам нужно как-то перенести взрывчатку в вагоны, а потом заложить ее в станки. Хорошо. Как мы пойдем на вокзал? Под видом грузчиков. Но. Постараемся пронести взрывчатку в мешках из-под цемента или угля. Как ты себе это представляешь без Аусвайса? Объект режимный, проверки. Особенно после вчерашнего. Ну, добже, выпечка поспела. Спасибо вам, пани Ева. Наверное, мы вас совсем утомили. Налетай, москаль. Вы мне дочку привезли. И на том, дзенькую барцу. Но у нас есть проблема. Нам нужно выехать из города на поезде. А для этого нам нужен доступ на вокзал. Нужны аусвайсы. Так где же я их вам возьму? Нарисуют, что ли? Есть идея. Ты чё такой довольный, Михась? Прекратили не строить глазки. Что? Виктор очень важный элемент нашей операции. Можешь все дело подставить. А потом с этической точки зрения не собираются пожениться. Клим, да нравится она мне. Так, это приказ, лейтенант Сушкевич. Я не потерплю неуставных отношений. Ты меня знаешь. Клим. Ты понял меня? Да понял я. Все, пришли. Ага. Шо, пані, голих хлопців не бачила? Так чого ж я там не бачила? Я вам мило принесла. А за мило дзінькую бардзо. Не видела. Не бачила. Так що ж, пані? О. Ага. Да, тяжелые рюкзачки. Что, тяжело, москаль, а? Нормально? Нормально. Ну все, погнали. Давай я возьму. Бери, разведка. Клим, не отставай. Да что ж так долго? Мы уже волноваться начали.
Ты как? Да нормально. Да как огурчик. Да иди ты. Тихо. Вот. На грех из-за вас пошла. Вечером наружится. Так что... Ничего страшного, я понял. Поезд прибудет через час, так что действовать надо быстро. Держи. Вот это я держи. Понимаю. И торка его, давай, бери. Отбисала дитина. Тяжело. Да, тяжело. Башки. Давай, давай, заходи. Дверь закрой. Лови. Это уголь. Сюда и спрячем взрывчатку. Дальше идем на запасные пути. Там и дождемся поезд. Только тихо. Михась, нужен инструмент. А, инструмент? Это подойдет? Сегодня стрелочника нового прислали. Видать, поезд ваш очень важный. Я старых стрелочников всех знаю. Вот он-то нам и нужен. Ева, у меня к вам необычная просьба. Я уж ко всему готова. Вы можете мне достать бутылку водки? И вот еще. Да тут что-то на бутылке-то многовато. А остальное? Распихайте в раздевалке по карманам рабочих. Это зарплата ваших работяг. Ну ладно, я зараз. Дарфюнценте! 15-й. Убрали дрезину с путей. Быстро. Ну, как у нас дела? Герр-интендант, подтверждаю. Берлинский товарный состав прибывает через 10 минут. Стрелочник, вы все слышали? Я? Да. Поторопись. Быстрее. Ваш поезд прибывает. Вон стрелочник пошел. Вот, Ванда взяла. Спасибо вам огромное за все. Спасибо. Мамочка, прощаться надо, мамочка. Не вернусь больше. Я тебе уезжаю. Ну зачем тебе сдалась эта война? Проживем как-нибудь. Ты же знаешь, что нет, родная моя. Ты же знаешь, что я не могу. Пора Господи. Нам. Мамочка, ну не могу я под твоей юбкой сидеть. Мамочка, пора нам. Ну, дай бог. Что в тележке, покажи. Давайте не набирать. Твой пропуск. Стойте себе спокойно. Все проверим. Все пройдут. Что здесь? Можешь идти. Что у тебя? Не спеши. Ну-ка. Спокойно. О, как. Следующий. Сейчас эти фашистюги брнут мешочки. И поминай, как звали Михаила Сушкевича. А я так и... Не женился. Не боись, уж поверь бывалому саперу, динамит от ножа не взрывается. Ему взрыватель нужен. Да это аусов един фальш. Миндас, да влезен. Писали сынок. Хальт! Не забывай документы. Следующий.
Ходите, не задерживайте. Пошли. Нам нужно лишь проверить пломбы на вагонах и заправить поезд углем. У нас все готово, господин Рихтер. Помогите! Эй, помогите! У меня нога застряла! Ой, я боюсь, меня поезд задавит! Помогите! Что ж ты зровила, коза брянская? Сымай! Что сымай? Что сымай? Черевичку сымай! Тихо! Пей быстро! Чё? Быстро! Давай, 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 давай! Что происходит? Где поезд? Немедленно выясните. Один момент, господин Рихтер. Где литерный? Ну и? Господин интендант, поезд попал на другой путь. Ну и? Герр Рихтер, поезд нашелся. Произошла ошибка. Хватит мямлить. Где он? Где он? Не имею понятия. Я не могу его найти. Похоже, что он по ошибке попал на другой путь. Нашли, господин полковник. Поезд? Нет, стрелочник. Что с ним? Вот бутылка. Чертовски пьян. Вот свинья. Куда ты отправил берлинский состав? Понятия не имею. Господин офицер, понятия не имею. Где поезд? Где поезд, русская свинья? Понятия не имею, господин офицер. Конечно. Опять стрелочник во всем виноват. Давай быстрее. Слушай, Маскаль, под руку не говори. Давай, 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 Михась. Да не говори ты под руку. Печати целы. Вперед! Давай, давай, сюда. Ну, давай, давай. Alle sauber, in Ordnung. Alle vorwärts, vorwärts hinterlaufen. Ты долго возиться будешь. Давай руку. Закладываем. Быстрее. Проверить сохранность вагонов. Господин офицер, начальник поезда Штернберг. Простите, у нас тут небольшая неразбериха. Но мы наведем порядок. Это ошибка стрелочника. Вы понимаете, чем могут закончиться такие ошибки? Простите, виновные будут наказаны самым строгим образом. Уголь для вас готов на первом пути. Вот это вам. Хорошо.
Что ты там застрял? Гейнвер. Пошли. Идите с ним, а то поезд снова не туда заедет. Я понял. Солдаты за мной. Все в порядке? Так точно, господин офицер. Черт, не подобраться. Я здесь не останусь. Витя там. Тут в одном месте пути ремонтируют. И поезд там немного замедляет ход. Можно попробовать сесть там. Сможешь на ходу запрыгнуть? Сам говорил. Задание выполнить любой ценой. Да иди уже тихонько. Господин полковник. Господин полковник. Загрузка угля закончена. Что с расписанием? Нагонит. Все отметки сделайте и выпускайте. Наконец-то мы скинем этот груз с плеч. Там же Лена. Ну-ка, пусти. А что пусти. Ты будешь делать, если они не успеют? Нас всех порешат. Паника на войне — последнее дело. Там Лена, пусти! Успокойся, с ней Клим. Он ее в обиду не даст. Да, Виктор, правда, успокойся. Клим что-нибудь придумает. Говорил я, мне с ней надо было идти. Да помолчи ты, без тебя уже тошно. Я-то помолчу. А вот ты взрывай свой завод, как хочешь. Да? А ты знаешь, что я могу с тобой сделать по закону военного времени? А давай, давай, думаешь, я тебя боюсь? Давай, стреляй, ну, давай! Все, тихо, тихо, тихо! Чего так долго? Заждались? Принимайте девушку. Лена! Давай. Витя! Привет. Скот. Нормально. Что с тобой, Клим, все ну как ты? Живой. Времени мало. Ну что, пришла пора доказать, что вы за профессионалы. Я так и думала. Нам раньше немцы такие станки на завод поставляли. Ну что, заряд нужно закладывать сюда, в станину. А взрыватели подводить к крыле. Так. Складно у них получается. Как инженера. Мы еще в институтах не учились. Жалко, что не учились. Держи. Ага. Так. Есть. Им бы в ювелиры. Только не очень там ювелирничайте. У вас целый вагон станков. Еще работать и работать. Мешаем. У нас хватит времени. Все. Мы закончили. Михайлович,
Одна искра, и динамит сдетонирует. Поскольку станки подключат в единую цепь, они взорвутся все одновременно. Только... Только что? Только нужно, чтобы кто-то пробрался на завод и замкнул взрыватель. Как это сделать, я не знаю. Разберемся. Знатно выйдет троянский конь. Ага. Все, отдыхайте. Найдитесь. Что, замерзло? Да. Разрешите, товарищ подполковник? Заходи. Наш резидент во Львове докладывает, что поезд со станками для Волохова покинул Ковель. Шустро они. Есть новости от Павловского? Никак нет, товарищ подполковник. На связь разведгруппа пока не выходила. Просыпаемся! Просыпаемся! Эй, сапер, просыпайся! Давайте на выход. Подъезжаем к заводу. Скажи, я тебе нравлюсь, а? Что? Дурень! Что ж ты не спишь еще, а? Тебя жду. Раздевайся. Страшно. То немцы приходят. То кто-то камни в окна бросает. Ой, Света, не говори мне ничего. Я на заводе сегодня как в аду. Ой. Передушил бы всех. Кого? Кого, кого. Вон, пацаны меня уже в предатели записали. Ленька тебя поцеловать просил. Милый, мне сегодня с тобой лечь. М? К детям. К детям иди. Иди. Им страшно. Поешь немного. Доброй ночи, Костя. Also vorwärts. Los, überprüft die Siegel. Проверьте печати. Ну, наконец-то. Большой состав. Честно сказать, я полагал, что станков будет меньше. Сколько заказали, столько привезли. Кто отвечает за охрану? Господин Фольк, я. Господин полковник, проверены все вагоны. Печати целы, документы в порядке. Все говорит о том, что поводов для беспокойства нет. Хорошо. А вот он, голубчик. Еще один. Да их тут... Ближе подходить нельзя. Тут наверняка везде снайперы. Да. Охранников как мух. Не пролезть никак. Пролезть придется. Они сначала станки протестируют по отдельности, а потом подключат к единой линии. Если мы взрывателя не подключим, ничего не выйдет. Дай-ка бинокль. Это ж Крюков. Директор завода, я его помню. Я у него практику на заводе проходила. Да, у нее семья большая. Крюков отличный дядька. Он меня в обиду никогда не давал и с общежитием помог. Я думаю, с ним можно поговорить. Ну?
Я знаю, где он живет. Могу показать. Трим, что делать-то будем? Следить. Следить и ждать. Крюков. Крюков, проснитесь. Только жену и детей не трогайте. Константин Михайлович, помните меня? Лена Беляцкая. Беляцкая, инженер. Практику у меня проходила. Помню. Ну? Майор Павловский, 5-е управление Красной Армии. За мной пришли. Только знайте, с немцами я не по доброй воле. Мы не за этим пришли. А зачем? Скажите, когда немцы планируют запуск завода? Дня через два. Станки уже стоят, завтра будут тестировать. Станки заминированы. Как? Завод должен быть уничтожен. Нам осталось только подключить детонаторы на одном из станков. Как можно попасть на завод? Без пропусков? Никак. Немцы выставили посты по всему заводу. Константин Михайлович, ну придумайте что-нибудь. Семью спасете? Я подключу. Торгуетесь, Крюков? Да, торгуюсь. Вы нас тут бросили, стариков и детей. Немцу на забаву? Мои дети пожить еще хотят. Обещайте вывести семью. Тогда я подключу детонатор. У вас нет другого выбора, Крюков. А у вас? Это действительно большая честь вам все здесь показать. Итак, это помещение для рабочих. Там мы посадим оркестр. Там специальные гости. Двое генералов. И, как обычно, даже немецкая пресса будет с кинокамерой. Нельзя забывать, что этот завод – первый немецкий завод на бывшей территории Советов. Хорошо, очень хорошо. Спасибо. Послушайте, Herr Krugov. Послезавтра Herr Grave будет запускать новую линию станка. И он будет лично присутствовать на банкете. Вы поняли? Я, Herr Grave. Gut, abgemacht. Also, tu es. В аду вы будете банкетировать, сволочь. Ну вот что, малыш, ты остаешься за старшего? Мамку береги. Без фокусов у меня. Папа, ты скоро приедешь? Скоро, скоро. Скоро, мои родные. Скоро, мои дорогие. Присядем. Костя, что ты задумал? Почему они тебя тоже не эвакуируют? Света, не сейчас. Все по плану идет. Ты вернешься? Надоели твои дурацкие вопросы. Папа, а ты вернешься? Сказал вернусь, значит вернусь. Ну все, пора собираться. Пора собираться. Ой, мой хороший. К полуночи мы должны быть на месте. Все будет хорошо. Давайте. Папа, я хочу с тобой. Со мной, со мной, со мной, со мной. Все будет хорошо. Ну, с Богом. Что с ними будет? Алексей вывезет их за город. Там их будет ждать подвода, который переправит их за линию фронта. Немцы стрелять будут.
если заметишь, что я что-то со станками делаю. Наверняка будут. Все под Богом ходим. С ним будет все хорошо. Что тут творилось? Как я тогда не погиб, сам не понимаю. Представляю. Наших солдат здесь закопали. Прямо в ров сваливали, известью присыпали и сравняли. На завтра Гравин назначил открытие завода. Соберется много важных шишек. Главное, завод. Хотя шишки тоже неплохо. Пьете, майор? Бывает. Выпейте со мной. Кто знает, может, и не вернусь. Я ж человек не военный. Будете моим последним собутыльником, возможно. Ну, давайте. За что? За столько важных вещей не выпито. Давайте за вашу семью. Да. За семью. Чтобы у них все было хорошо. Пойду я, пожалуй. Вы все запомнили? Как подключить детонаторы? Помню. Я хоть и пьяница, еще не все мозги пропил. Здравствуйте, Константин Михайлович. Владмаль. Внимание. Ваш пропуск недействительный. Почему? Завтра же открытие. На сегодня и завтра ваш пропуск аннулирован. Открытие же. Не могу знать. Следующий. Открытие ведь завтра. Так в чем дело? Именно поэтому и аннулировал Херр Хрюков. Херр Раве завтра ждет очень много гостей. Херр Раве не хочет краснеть из-за вашего вечно синего носа. Вы свободны сегодня и завтра. У вас выходной. Мне надо пройти, я забыл. Приказ Херра Граве не обсуждается. Пройдемте, пожалуйста. Черт. Клим, все пропало. Как? Пропуск недействительный, меня не пустили. В самый последний момент, все наперекосяк. Да, нужен другой план. Да бессмысленно все. Вы можете подробно рассказать про открытие завода? У них все четко, все по минутам расписано. Грави скажет речь, зазвучит оркестр, кнопка, банкет. Ага. А вот на фуршет-то будет поздновато. Да. Чугун. Что? Чугун крошится. Корпус станков, чугунное литье. Пуля пробьет его со второго, с третьего выстрела. А раскаленная крошка подорвет заряд. Молодец, девка. Не зря я тебя учил. Голова. В цехах окна большие. Может получиться. То есть, вы предлагаете через окна стрелять по станкам? Ну да. Если один станок подорвется, подорвутся все. Цепная реакция. Умно. А что? Я бы смог. Только винтовка нужна снайперская. А вы сможете показать место, куда нужно стрелять? Смогу. Только у них снайперов, как собак нерезанных. Это уже наша задача. Виктор, у нас еще взрывчатка осталась? Еще осталась. Отлично. Значит, ребята, слушай меня внимательно. У нас может все получиться, только если каждый будет четко знать свое дело. Ну, удачи нам. Also, ja, so die linke Seite, um rechte. Alles gut.
kann niemand sein. Ich halte rechte Seite im Auge. Ты зачем пошла? Я бы и сам справился. Могу уйти. Я серьезно, если стрелять начнут. Витенька, только аккуратно, детонатор. Без дураков. Выходи за меня, если вернемся. Скоро начнется. Витя справится. Рвануть плевое дело. Надеюсь. Этот взрыв должен загнать их внутрь. Вперед! А чего? Проклятие. Все пропало. Туда ж не подобраться теперь. Патруль идет. Я рад приветствовать собравшихся сегодня здесь. У нас очень хороший повод. Ты где взрывчатку спрятал? Вон, вон, холмик. Видите? Что же делать-то, а? Я пошел. Вы куда? Крюков! Крюков!
Наш завод – это первый военный завод на этой территории, который будет служить во славу и мощь Рейха. Стой! Это же вроде директор завода. Граве им дорожит. Черт! Если снайперы подстрелят его в нашу смену, могут быть проблемы. Что он прячет здесь? Стоять! Что вы тут делаете? А это что такое? Что ты здесь нашел? Дерьмо! Стреляй в него, стреляй! Проклятие! Ну вот и началось. Всем в здание завода. Немедленно. Что случилось, Фольк? Вероятно, это диверсия. Фольк, где ваша безопасность? Я вас сам застрелю, господин Граве. Пойдемте, пойдемте. Проверить все вокруг. Со мной. Приведите Граве. Граве, что тут происходит? Не беспокойтесь. Все решится через несколько минут. Поверьте мне. Ага. Вижу. Вот и наши станки. Ганс, ты видишь? Да, я вижу. Зашевелились, гады. Стоять. Там что-то блестит. Стреляй. Куда побежали? Клим! Уходи, уходи! На крыше! Сзади, сзади! Стреляй! Да что ж ты будешь делать, а? Алёха, молодец. Все, уходим. Снайперы. Здесь работают снайперы.
Стой! Брось оружие! Я так и понял, что это был снайпер. Остальные так, отвлекающий маневр. А снайпер один. И бил он по станкам. Где вы их заминировали? В Германии? В Польше? Здесь? Я восхищен. Мое уважение. Ну, вот и все. Клим, очнись. Клим, очнись. Клим, Клим, очнись. Клим! Что с ним? Жив? Уходить отсюда надо. Ему грудь пробило. Что? Это вас Бог спас. Лена, Бога нет. Уходить надо. Валим. Крюков где? Погиб Крюков. Ну, давай, давай, уходим. Молодцы, ребята. Поздравляю. О вашей диверсии уже весь мир пишет. Англия, Америка. Мало того, что вы завод взорвали, так вы еще и нацистского генерала угробили. Говорят, сам Гитлер в бешенстве. Виктор Андреевич, а что с семьей директора завода? А вы не волнуйтесь, с ними все хорошо. Хочу сказать, товарищ подполковник, что директор завода Крюков погиб как герой. Мы просим представить его к награде. Нет. Но... Тех, кто работал на немцев, мы не награждаем. Он погиб, искупая свое преступление. А вот кое-кто награду получит. Даю вам увольнительную на 3 дня. Молодцы, гуляйте. Горько! 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 Нашли время, когда жениться. Тебя не спросили. Ну, за что выпьем? За победу. Победу. Один очень хороший человек сказал мне тост. Чтоб все у них было хорошо. Давайте. Горько! 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 Горько!